Ну, у вас, я не знаю, дома-то есть такая книга или нет? О, да, точно, точно такая же есть. Ну, ее можно достать Да, сегодня. точно. Сегодня свобода такая в стране. Можно достать. Человек рождается, и он умирает. С этим никто не спорит. Но что за гробом будет? Опять уплыла у вас картинка. Вот где он будет? А там только две участи. Грешник попадает в ад, в огонь, всегда будет мучиться. А праведник идет к Царю Небесному Христу, который умер за грехи людей. Если мы это верим и молимся, Господь нас спасает по благодати. И это не отдел закона. Вот теперь надо и решить, как. Для этого Господь на земле оставил церковь, создал. Если церковь есть, ходить надо в церковь, исповедоваться. Я уже так делал. Ну, молодец. Вот, мы строим Ну, православную прикольно. деревню. У тебя крестик такой. О, а ты знаешь, кто там А это распят? круто. Да, кто на нем распятый был на крестике? Сам Иисус. Иисус Христос. Правильно. Иисус Христос – это второе лицо Троицы. Он воплотился через Деву Марию и стал Бога человеком, и умер за наши грехи. Взял наши немощи. Вот что я не слушался отца с матерью там, или что-то плохое делал. А теперь я понял, что не так. Да, а как спастись? Грехи-то на мне. Я тогда иду: «Господи, прости меня, ты за мой грех умер». Он ответил за наш грех. Ответил. Поэтому ни в одной религии нигде спасителя нет, только у нас. Поэтому никуда не надо умом колебаться. Согласен. Да. Мудрого человека, удачи, здоровья и счастья. У нас большой Ютубе канал, если хочешь, можешь зайти посмотреть, как у нас люди живут. Мы строим деревню православную, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Это одна деревня Вот такая на всю страну. ссылочка. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ютубе канал. Подожди маленько. Ну-ка, Хорошо. подожди. Подожди, я тебе покажу вам. Хорошо. Какой ты у меня красавец. О, какой. Какой он у меня, посмотри. Ну-ка, ну-ка. Ух ты, какой баловной. Знаешь ты, прямо У меня хаски. не захотел показываться. Понятно. Усыпился. Вот так. Если человек по-настоящему ценит свою жизнь, он будет делать так, как Господь повелел, а не так, как самому кажется правильным. Потому что вот здесь в рулетке тут всякие пакости люди делают. Это как Содом и Гоморра Да, я называется. знаю. И мы пришли сюда, как Господь нас послал, как врачей к больным людям, рассказать о Боге, о вечности, что любовь Божия Ну, я коснулась. знал эту историю, вот как бы, ну, у меня все нормально с головой, как Тебя правильно. звать-то как? Богдан. Богдан. Это Богом данный. Это славянское Да, имя. мне родители тоже говорили. Да. А меня вот зовут Игнатий Тихонович Лапкин. Игнатий означает незнакомый, неизвестный, с греческого. А с латинского – огненный. Два перевода. А у меня отец Тихон. Красивое имя. Тихон, он переводится «приносящий счастье». Вот так. И прям счастье принес. Если вопросов никаких нету, ну, о Боге, о вечности, ну, что, тогда можем проститься. Может, вопросы есть какие? Есть жизнь после смерти? Ну, если вопросы будут, есть такая система Skype. По Skype разговаривать можно, как по телефону. В Skype Игнатий Лапкин. Да. Я один такой, Игнатий Лапкин. Вот запиши себе мое имя, запомнить, и зайди, посмотри «Во свете Библии» наш канал. Это огромный канал. Огромный. У нас 19 тысяч роликов. А можете мне написать, Да не на могу я английском написать. То дело, в написать? чем у меня клавиатура-то закрыта. Я на ней тут, а приборы стоят. Я не могу убрать. А можете тогда продиктовать Давай. согласно тем каналам, которые... Лапкин. А маленькое слово «лапа» уменьшите. Лапкин Игнатий. Игнатий. Да. Это имя такое. Вот. А канал это в скайпе. Скайп напиши. Скайп. В скайпе меня найдешь сразу. А в ютубе добавить надо «Во свете Библии». Канал называется «Во свете Библии». То есть Библия, от нее свет идет.
Так, хорошо. Вот так. И если будут там вопросы какие, по скайпу меня найдешь сразу. Вам будет интересно посмотреть, какие у нас люди, как живут, молятся. У нас никто не ругается, никто не пьет. У нас очень серьезная община. Ну, Богдан, с Богом. Понятно. Храни тебя Господь. До свидания. Зубы-то показываешь-то. Господь посылает нас благовестникам, чтобы людям возвестить о великой радости. Что, бесноватый? Тебе страшно, да? Потому что Христос поразил сатану. А он научает людей всякие рожи строить. Что ты так, а ты испугался-то? Мы же говорим о Христе, о спасении. Вот. Мы пришли сюда по повелению Божию. Он говорит, больные имеют нужду во враче. И мы пришли рассказать людям об этом. И куда-нибудь пока. А, ну все, понял. А, слышишь, послушайте, мы да. Не включайся, да? Я в Бога верю, смотри. Значит, зачем ты это сделал? В Библии написано, не делай письменов никаких, наколок нельзя делать, Господь запрещает. Тело наше, храм его. Да, конечно, на своем теле, да, разговору нет. Господь создал нас, храм, и этот храм нельзя украсить. Знаю. По-другому, но только чистотой. Да? Да, чистотой жизни можем украсить. Мы пришли рассказать, что Иисус умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Да. Вот. Если у вас есть духовные вопросы о жизни вечной, о спасении, то можете задать. Да, вот это. Вот смотри, постой, я... Вот я не хочу. Как ничего не делать? Подожди, это не я говорю. Постойте, это не я говорю. Я крещеный, да? Я крещеный. Я просто в последнее время потерялся в своей жизни, не знаю, что дальше мне делать. Очень просто. Вы запомните, как моя фамилия и имя, и зайдите по скайпу, и мы побеседуем без детей бесноватых. Игнатий Лапкин. Запишите. Так, Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Это я. Запиши себе и зайди по скайпу. По скайпу зайдешь. Все. И вы меня там найдете. У нас большой канал есть. А вы кто? На Ютубе канал. Ну кто? На Ютубе канал поп, наш, вы прочитаете там. Во свете Библии называется канал. Вы что, поп, что ли? Да. Во славу Божию пока. Вы откуда, дядя? Из кухни откуда? Вон у меня кухня, видишь там, брат. Оттуда я пришел. Не, я понял, вы из России, из какого города? Да, из какого города. Вы задайте правильно вопрос, в каком городе мы находимся. И мы сразу скажем, мы православные проповедники, находимся Алтайский край, город Барнаул, Лапкин Игнатий Тихонович, мне 81 год. Это достаточно вам? Прям все, не надо было, просто... Ну что не надо тут? Вы говорите о деле. Чем мы можем быть полезны друг для друга? Вот надо какой вопрос задавать. Да. Я хотел вас покрестить. Давай. Давай, крести. Во имя Отца, Сына, Святого Духа, аминь. Аминь. Во славу. Могу я облить, да? Не надо, я крещеный. Мы проповедуем Христа, распятого и воскресшего. Слово Божие. В Аллаха верите, в Аллаха? А откуда вы знаете про него? Наверное, из этой книги? Да, вот базар нет, дядька. Вы, наверное, считать умеете? Конечно, считать умею. Давай, считай, что написано, переводи по-русски. Нет, на арабском не умею считать, дядька. Ну, так а другого нет у вас. Если по-другому есть, откройте пятую суру, сура пятая, 47-й аят. Открой. У меня нету книги. А ну вот, и 66-й аят. Общаги, дядя. Это говорят они? Так, минутку. Что-то у вас всяк закачалось. Там написано, что мы, христиане, называемся люди Писания. Писание нас называет так. У вас там написано. Люди Писания. В седьмом веке писалось, а тогда другое не было Писания, только одна Библия. Вот она. И мы по ней живем. И там сказано, нам Всевышний дал Инжил. Инжил – это Евангелие. И чтобы мы жили по нему, не нарушали. Мы стараемся не нарушать.
Понятно. Дядя, мы все братья, дядя. Да. Значит, говорят, а что у нас общее? Общее у нас вера. Один Господь сотворил нас. Земля, солнце, воздух, да. Все общее. На русском Бог, на нашем араб. На арабском Аллах. Я знаю. Нет, это одно и то же. Правильно? А вы когда-нибудь содержание книги своей знаете? Если честно, я не читал эту книгу, я на арабском. Ну какой же ты... Я когда говорю, говорит, да это не мусульмане, так говорит, нарочничные. Настоящие. Вот мы Библию считаем каждый день. Богослужения, идут занятия по скайпу. А как же ты не знаешь? Ты должен знать. Это твоя книга. Да, согласен. Вот так. У нас была миссионерская поездка большая. Мы сюда приехали, в Россию, работа, дядя, работа. Ну, это хорошо, хорошо. Ну, вот да. У нас была миссионерская поездка от Барнаула до Владивостока, потом до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика. Мы прошли 6 мусульманских республик, Турцию, а в Баку мы ночевали в доме у Муллы. Мулла, кто это такой? Имам, да? Вот так. Это тот, который, как у нас, священник. Очень образованные люди, нам понравилось. Потом мы были в мечети и молились там. И были в храме православном. Я вам какую-то загадку скажу сейчас. Вы слушайте внимательно. В России за время перестройки сделано 120 миллионов абортов, убитых младенцев. И вот сейчас нашелся один глава администрации, и он запретил аборты делать. Ввел как государственное преступление. Кто это такой? Он герой России называется. Но он герой не по этой железке. Он внутренний герой. Кто это такой? Глава администрации какого-то региона. Не это знаю. Рамзан Кадыров. Абсолютно правильно. Рамзан Ахматович Кадыров. У меня от него благодарность есть. Я ему подарил мои 38 книг, которые вышли. Это настоящий герой России. Недавно он открывал храм православный, там, который открытый в Грозном. Еще что расскажете, дядя? Ну, я рассказываю о том, как надо жить мирно. Любить друг друга. Правильно. Говорить о спасении. Спаситель наш Христос умер за наши грехи и воскрес. Мы в это верим, как написано в Евангелии. Много бы таких людей, дядя. Ну ладно тогда. Если вопросы будут у вас, да. Вы меня можете найти по скайпу. С Богом. Верит ли в Бога? Вот такая книга есть. Вы ее читали, нет? Нет. Вот. В ней написано, что Иисус Христос сошел на землю, Сын Божий, и умер за наши грехи, воплотившись от Девы Марии. И воскрес в третий день. И Он дарует всем прощение, кто просит у Него. И обещается жить по Его заповедям. Так верите, нет? Да, верю. Ладно, хотя. Держи.